Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во вторник в ходе интервью телеканалу ABC извинилась за использование частного почтового сервера во время работы госсекретарем США. «Это была ошибка. Я сожалею об этом. Я беру ответственность на себя», — заявила Клинтон. Еще накануне она заявила в интервью Associated Press, что ей ни за что извиняться. «То, что я сделала, было разрешено», — утверждала Клинтон, хотя и выразила сожаление в связи с тем, что ситуация с частным сервером смутила избирателей. В прошлом кандидат в президенты обвиняла СМИ в том, что они раздули скандал на пустом месте, однако со временем инцидент сказался на ее рейтингах, и Клинтон смягчила позицию. Критики Клинтон, преимущественно республиканцы, заявляют, что использование частного сервера было небезопасным и противоречило правилам госслужбы. В ходе расследования было установлено, что по крайней мере в двух случаях Клинтон использовала частную переписку для обсуждения секретных вопросов. Критики опасаются, что электронную почту Клинтон могла взломать какая-либо иностранная разведка. Клинтон передала Госдепартаменту более 55 тысяч страниц своей электронной переписки, но удалила примерно 31 тысячу страниц на том основании, что эта часть переписки не связана с работой и содержит частную информацию. За это Клинтон усиленно критикуют ее противники как среди республиканцев, так и среди демократов.